Всем привет, ребята! Вы на канале Тенплей, и сегодня мы с вами поиграем в игру Бравл Старс. Эта игра еще не вышла в Украине, и я ее скачал через VPN. Она только доступна в Канаде, как я знаю, вроде бы. Да, и мы сегодня в нее поиграем. Я скачал ее через VPN канадский, так что сегодня мы в нее поиграем. Я уже прокачался так себе, хочу уже набрать себе 500 кубков. И играем, побеждаем, будем сейчас играть, побеждать, смотреть обзор этой игры. Ну, если вы еще не играли, если вы хотите поиграть, я для вас могу снять видеоролик, как скачать ее. И также, ну, поиграем сейчас сегодня в нее. Левел 17 у меня уже. Видите, какие у меня персонажи есть. У меня только есть два рарных персонажа. Это у меня Барлей и Поко. Также Бул, Нита есть, Кольт и Шелли. Бабуин мой клан. Так что давайте, ребята, начнем играть в соло. Будем играть сейчас. Давайте батл. Барлей выбираем. Барлеем будем играть. Потом, может, поиграем другим каким-то персонажем. Давайте первый бой, погнали. Вот мой персонаж. И мы вот так вот перебрасываем бутылочки с каким-то ядом. Вот так вот. Перекидываем и разрушаем вот эти вот штуки. Тут куча разных, что интернет так алё. Так, вот нормально так. Тут куча разных режимов всяких. Мы в них поиграем. Ой-ой-ой. Два Барлея встретились. Динамайки, капец. Меня сейчас убьют, если я отсюда не убегу. Здесь Динамайк. Барлеи меня окружили. Это вообще просто жесть полная только что была. Вот такая вот игра, классная. Так, давай сейчас в крыску покидаем, опа. Давай, опа, бери. На тебе. И что, ты не можешь ничего сделать, да? Не догнать меня? Ой-ой-ой, я в тупик забежал. Что же я сделал? Я в тупик просто забежал и смотрю такой. Не смеюсь с него, а сам чуть не умер только что. Мог бы умереть, если бы он хотел на меня конкретно напасть. Ой, Барлей, привет. Опа, получил Барлеюшка. Опа. Ой-ой-ой, я тут на яд наступил случайно. Куда стреляешь, Барлей ты такой? Опа. Ой, я случайно активировал, блин. Ой, это сплошная случайность. Это просто ерунда только что была такая. Опа, давай его. И на тебе. Почти. Давайте валим отсюда, потому что зона меня уничтожит. Ой-ой-ой, здесь крыс полно, мне кажется, да? Здесь есть крысы? А ну покажите мне крыс. Вой, крыса бежит. Ах ты ж, нет, я в тупике, блин. Я в тупике, опа-па. На тебе. А, крыса! Крыса сидела. Ну ничего страшного, мы, надеюсь, в плюсы пойдем, да? Или нет? Ноль кубков, да ну вы что, зря я играл только что. Один матч у нас идет 3 минуты. Ну да, где-то 2 минуты там, потому что я еще приветствие делал там. 3 минуты матчей, ну где-то 2. Ну мы сегодня сыграем 5 матчей точно. Вот, давайте второй, так, вот. Энергия нам дает, вот эти вот коробки нам дают, в общем-то, больше жизней. Сейчас, вот, давай уничтожаем. Вот, больше жизни у меня стало, и теперь мы можем на войну пойти куда-то, кого-то убить. Вот эту вот девку Шелли мы можем убить. Давай, иди сюда. Ты что так подвисла только что? Я не понял, алё. Так, не надо мне тут. Опа, все, прошло. Прошло оно все. Так, ой-ой-ой, бегут эти качки. Качки бегут. Качок, иди сюда. Сейчас тебя робот-официант, да, так понимаю, он официант. Ах ты, крыса, блин! Вот крысяра такой. Сел себе там и сидит, и главное, убил меня. Минус 1 кубок. Ну что, серьезно-то? Не, я не хочу в этот режим играть. Давайте пойдем. О, давайте кейс откроем. Давайте потише чуть сделаю. Давайте откроем кейсик, и что нам здесь выпадет? Ну, как всегда, усилялки и... Ничего такого обычного.
Точно ничего нового такого. Давайте в диамант, гемкраб. Ну, в общем-то, гемы собирать нам нужно тут. И кто больше соберет гемов, тот и победил. Нужно, когда ты 10 этих собираешь, у тебя отсчет идет. Если ты за этот отсчет выживаешь, то тогда ты победитель. Так, у нас тут пацаны такие себе. У нас тут девка, вот эта попылюшка, как я называю, блин. Ты иди сюда. Задолбала, блин. Она такая сильная. Как ее убивать, если она меня с первого выстрела глушит просто? Вот с первого выстрела. Ну, почти с первого выстрела она меня глушила. Мы, конечно, проиграем этот бой. Минус 2 кубка получим. Потому что, ну, это нереально. Ну, вы чё? О, давай. Ай, попылюшка-то, ну, блин. А, нет. Это капец. А, иди отсюда, ты. Как ее назвать-то? Ай, да убили. Понятно, конечно, что меня здесь убьют. Потому что здесь нереально выжить, блин, с вами. А вон крыса сидит еще, рикошетит, да? Здорово, крысяра. Сейчас ты получишь у меня. Блин, убили. Я не понимаю, я не буду в этом режиме играть. Я ненавижу вот геймкрафт, потому что, блин... Бывает такое, у меня даже было такое, что... Ну, понятно, что мы проиграли. Да вот, меня убивают тут с первого выстрела. Там крыса сидит себе, крысячит вон. И ничего сделать не можем, потому что, блин... Сплошные нубы мы все тут, блин, в команде, я так понимаю. Да давай, убивай, хоть не убивай. Все, мы проиграли полностью. Ой, 10-0. Да вы чё? Да не буду я, блин, играть. Минус 3 кубка. Я не хочу просто проигрывать кубки, так что я не буду в этот режим играть. Все, давайте лучше в футбол сыграем. Потому что, блин, этот геймкраб играть, блин, всегда мне попадаются какие-то нубы, которые не знают играть. То ли стоят просто, они стоят, ничего не делают. То ли, блин, еще что-то. Ну, я понимаю, что я тоже нуб. Ой. Давайте хотя бы тут затащим, пацаны. Ай, убили. Вот этот вот Мишка, блин, малой. А ну иди сюда. Ты на кого нарываешься, а? Шелли, а ну давай. Что ты боишься, а, блин? Ага, крысячить решила. Ага. На тебе, давай, залетай. Кто забивает гол? Кто забивает гол? Я забиваю гол. Вот именно, я забил гол. Вот кому надо аплодисменты делать. Так. Ой-ой-ой. Аплодировать кому надо, а не аплодисменты делать. Что я говорю вообще? Ой-ой-ой, Барлей-то, ну. Да я на ворота иду, а ворота убили, понятно. Так, ну он Барлей там себе что-то, блин, делает. А ну идите сюда, я вам там мармеладку сделаю. Ой-ой-ой-то, блин, ну что вы ничего не делаете? Это я не понимаю. Ты, блин, медведь косоглазый, что ты делаешь, блин? Он вообще не защищал, блин. Он вообще не защищал. Ой, блин. Вот нубяра. Капец. Виноват. Вот, и обратно. Давай, отбирай. Толстяк пошел. Ах ты, Шелли, блин. Ай, блин. Я не заметил ее, что она возле меня была. 1-1. Да ну вы че, ну реально. Ну, давайте, мы же должны выиграть. Давай, я пускаю вон туда, вон на этих, чтобы там вам игра была сочная. Так, ну дай Мишка сюда, блин. Медведь ты, блин, косоглазый. Дай сюда, блин. Ой-ой-ой, ну вы... Конечно. Ой, а ты куда пас дал? Ты кому дал мяч? Ей, чтобы она забила нам. Иди лучше. Спасибо, пацан. Спасибо. Все, нам гол забили. Стопудово, блин. Спасибо тебе, пацан, жердяй такой. Все, я ухожу. Я тебя ненавижу. Игру командную, когда просто нубы. Все нубы. Ну и я в том числе. Лучше играть в соло, в надежное, где будешь именно ты виноват, если проиграешь. Я это ненавижу, вот эти, блин, командные игры, где, блин, я понимаю с друзьями играть, которые будут понимать, там, куда идти, а понимаю с нубами играть, которые будут, блин, не защищать ворота, ничего не будут делать, тот будет, блин, выбивать мяч сопернику давать. Ну, такие вот попадаются, и это меня так раздражает, что я ненавижу этих, блин. Вот самому играть, вот это самое, блин, нормальное, когда ты можешь там... Когда ты понимаешь, что ты сам виноват, что проиграл кубки, а не за каких-то там нубов настоящих. Ой-ой-ой, Барлей, ой, Барлей, говорю, Динамайк тут нас атакует. А ну иди сюда. Ах ты. Яда не хотел покушать? Нет, попить, то есть, яда. Если бы захотел, то у тебя минус хпшки были бы.
Ой, зря я активировал-то. Что я делаю, блин? Я просто... Ох ты. Там у нас уже зона. Так, нормально. Ну, вот сейчас я подожду себе тут. Вон, пускай убивают друг друга. Я тут себе похожу, покараулю. Ух ты, крыса! Ой-ой-ой. Зря я пошел туда. Вот, крыса, тебе не светит долгая жизнь, понятно. Блин, я сам проиграл. Если бы таких крыс не было, которые, блин, боятся играть. Просто боятся. Они боятся, они такие, блин... Ну-то боятся люди. Люди, которые, блин, просто серые крысы. Или черные крысы, которые просто засели себе тихонько-тихонько. А потом раз кого-то убили из-под тишка, вот так, знаешь? И все. Ну, я, конечно... Таким бы людям настоящую крысу, блин. Пускай едят так. Ладно. Не буду я ходить возле кустов, а я буду проверять кустики. Что мне тут ходить возле них? Я буду проверять каждый кустик. И пускай какая-то мыша найдется. Так. Тогда, блин, буду яд ставить какой-то уже, блин. Мышеловки, блин, буду ставить. То есть крысоловки настоящие, блин. Сидите в кустах. Ага, давай вот сюда проверим. И вот сюда вот закинем. Там у нас места много. Кто-то может засесть там. Там у нас травка. Кто-то какая-то крыса будет кушать ее. Если крысы едят траву. Не знаю. Возможно. Ух ты. Ты ж. Снайперёныш. Ой, иди сюда. Опа. А ты не дострелишь ко мне. Опа. Ага, иди сюда. Крысёныш. Хотя ты не крысёныш. Ты смелый пацан. Опа, он пошел. Ага, он убивать. О, это же этот, как его звать-то? Как его звать, я забыл. Ай-яй-яй-яй-яй. Как его зовут, я не помню. Вроде бы. Я не помню, как зовут этого гиганта. Я реально забыл, извиняюсь, ребята. Так. Ну он здоровяк такой, блин, ты что? Только всех так делает. Ой-ой-ой, я зря сюда пошел, надо успеть. Ай, минус хпшка, минус 1000. Я тут посижу пока месте. Порегенюсь так. Ну, пускай жизнь у меня под... О, вот эта крыса какая-то похожая на эту крысу. А ну иди сюда. Я, кстати, покрысячу тут. Ай, меня убил кто-то. А, это же Барлей там был еще точно. Ну, плюс 4 кубка. И, в принципе, это... Это слив, ребята. Был только что в командных боях. Настоящий сливачник. Сливачник в туалете. Так, давай. Давайте пойдем. Сейчас я найду. Вот это кто здесь? Кто здесь был? Опа, это сильный соперник. Не, я лучше убегу пока. Мне нужно хпшки искать себе. Вот бочка. Ну, Динамайк занял ее. Динамайк. Нужно убегать, потому что он сильный. Он очень... О, давайте, пацаны, бейтесь. А я пока тут себе... Давай, быстренько. А, давай, успеваем. Все, и валим, делаем ноги. А хотя бы поможем этим пацанам. А ну, иди сюда. Нет, я не хотел от тебя. Я не хотел тебя видеть вообще. Ай-яй-яй, блин, зря я пошел. Ой, извиняюсь вам. Так, ой-ой-ой, ну что-то такое. Так, ну давайте посмотрим, сколько у нас кубков. У нас 480 ровно кубков. Я чуть-чуть слился, конечно, но ничего страшного. Сейчас я отобью все, что потерял. Хотя я мог сразу их все словить. О, давайте поможем пацанам побиться. Опа, а я его сейчас убью. Опа, давай. Ты иди сюда ж ты. Ой, он лечиться пошел. А не, он сильный. Я лучше жизни себе подкачаю сейчас тут. Давай, опа. Да давай ты. Все, наконец-то. Так, давайте. Вот тут еще была коробочка. Так, давай. Опа. Так, давай. Опа, давай. Давай, все. У нас теперь жизнь и так себе нормально. И можно теперь атаковать вот этого пацана. Давай, в крысу его. Опа. Ну, это не крыса. В крысу атаковать, да, ты в кустах сидишь. А потом резко нападаешь на кого-то. Вот это настоящий крысятник такой. Опа, давай. Эх, ты меня убить решил. Ты меня решил убить. Сейчас я кого-то убью здесь. Опа, а ну иди сюда. А, я случайно, пацан, прости.
Я тебе случайно... Ой-ой-ой-ой, Динамайк. Динамайк — это капец, сразу говорю. Динамайк нападает, сразу капец. Тут еще какая-то, это, качок такой себе разгильдяет. Так. Ах ты, ноль кубков. Ноль кубков. Вот, блин. Бесполезно сыграли. Ноль кубков. Ну, не потеря, но не плюсы. Вот это мне не нравится. Так, давайте еще один бой сыграем. Тут у нас кто? Ой-ой-ой-ой, я убегать. Я не хочу с ним связываться. Он меня с первого удара вынесет. Плюс у меня хпшек еще 2600. Это мало. Опа, все. Посмотрим, теперь еще коробочек наищем. Поищем, то есть. Вот, есть. Опа-на, это кто? Вообще не такого персонажа. А, не, помню, видел. Он типа ускоряется как-то, да? Да, вроде бы помню. Давайте кустики проверять, потому что тут крыс очень полно в Бравл Старс. Если ты тоже крысер в Бравл Старс, то это очень плохо, пацан. Так, опа. Ну, именно если ты играешь в Бравл Старс, там любишь в крысу играть. Ну, в крысу только слабые играют, которые... Опа-па, пацану не повезло бочкой своей. Опа, а я вот так тебе сделаю. Опа-на, не ожидал. Не ожидал, пацан. Ой, что-то оно тормозит. Только что интернет появился, у меня интернет пропадал. Что-то не знаю почему, он пропадал у меня. И что-то оно прерывается чуть-чуть. Опа, опа. Опа-на. Опа-па-на, иди сюда. Ай, надо добежать уже тебя, убить. Убить надо тебя пойти. Так, у меня еще суперсила сейчас будет активирована. Опа-па. Опа. Опа, а теперь вот так вот всех. Опа-на. Ох ты, тут этот бежит. Он вблизи очень хорошо убивает. Это ой-ой-ой, две крысы. Ай-яй-яй. Ладно, ничего страшного, мы проиграли. Но у нас плюс кубки, плюс 4 кубков у нас. Давайте еще один разок сыграем, чтобы 90 уже кубков было. Хотя... Мы в следующем видео с вами уже точно заберем. Там точно у меня он уже будет, этот персонаж новый. Потому что мы в классе все любим играть на переменах в игру с друзьями. Там можно создавать свою комнату, где будете играть на сервере с друзьями, против друзей, как хотите. Понимаете? Эта игра очень крутая. Если хотите... Она выйдет, ребята, знаете, какого числа? Выйдет Бравл Старс... 10-11 декабря. Вот у нас ноябрь заканчивается тут уже. Ну, чуть-чуть осталось. И выходит скоро игра. Но я скачал ее, чтобы быстрее поиграть, посмотреть. Так, тут крыс нету нигде. А ну, проверим. Сейчас крысятники, потому что здесь куча крыс. Полно водится. Так, здесь нет? Нет. О, ну давай вот этого вот убьем автоматчика, пойдем. Как его зовут? Вроде бы... Да я всех знаю, но не всех я знаю, да. Я шучу. Ну, всех своих персонажей я знаю. Ух ты, сильный пацан, который меня убил как-то. Как-то он меня убил. Ну ничего, плюс 3 кубка, так что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и если вы еще хотите Бравл Старса, то будет скоро, все, ребята, все, всем пока!